Челлендж стримеру не касаться земли в каньоне на Next Run. Все равно не сможете. А вдруг они бустят на 2% сильнее? Да не бустят. Не касаться земли на Сент-Каньоне? Это проблематично для меня, что у меня нет... Ой, хорошо, идем. Я не знаю. Скажи, когда. Взял. Так я типа не могу не касаться земли. Но это никак не сделать. Все, это ран. Давай, Мил, постарайся. Я стараюсь. Так, вот так вот сделаем. О, хорошо. Ладно, пойдет. Он мне триггер оставил. Я более сейвово начал играть, поэтому триггер оставил. Но сейвово получается лучше, чем если я буду рисковать. Нормоз бахаем. У меня все плохо. Ну, у меня тоже. Ну, не так, что прям. Но я могу рискованную страту попытаться сделать. Да забей. Кстати, ВТВ, я понял, что только хост может делать эту страту с мостом. Нет, я тоже могу. Я ее делал. О, щит! Не сработало. Это прям total fuck. Прям ух. Воу, вот это так плохо. У тебя получилось? Да. Ой, я в жопе. Я не лучше. У меня еще что-то прилетело. Нажал. Я тоже. Ой, хорошо. Я понял, как здесь действовать. Я клиров и целью, а ты пытаешься прыгнуть. Готов. Давай. Теперь нормально заспавнил? Да. Я прицелился в стенку получше. Минус 18. Лол. Нормально, осталось не запороть Карнак и Грейт Пирамиды, и все изи. Ты пролетел. Ты не туда. А, нет, ты туда. Давай, у меня получится. Еее, ну наконец-то. Что именно? Да я просто трюки делаю здесь. Придумал себе пару челленджев, которые выполняю Revolution. В кольцо попасть, когда на пирамиду забираешься. Ля, челленджер. Играть сначала научись, потом челлендж делай. Так прикол в челлендже в том, что ты скилл повышаешь. Нет.
Ну, тупо, тупо СВЧ. Может быть, никогда не отрицал. Не, ну пару раз отрицал. По рофлу так поотрицал. Ну я же не делаю челленджи, трогаешь. Лош. Ну, Семен, по-моему, это победа. Ну, как пойдет. Победная Катуля. Вообще мобов нет? Ну, мы их слишком быстро отстреливаем. Так, поехали. Где он? Ну, естественно. Nice Runner. Никогда не знаю, где лежат рюкзаки. Потому по секрету я и в туристы не знаю, где они лежат. Типа, я просто рандом подхожу, и они падают на мне на голову. Я же говорю, как он Вера берет. Ничего не учит. Вызывает новую страту, давно забытый. Собирай, 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 собирай. Если еще не заспаун... А, вот заспаунилось. Что-то быстро как-то. Слагай. Все. Вроде взял. Все, да, взял. Пошли со мной рубиться здесь, у ворот. Минус 34. О-оу. У меня плохо очень. Ну, не так плохо. Я, блядь, сейчас тактику новую придумал. Которую можно будет попробовать. В чем же она заключается? Кто-нибудь другого запускает пулеметом? Ну, может быть. А зачем пулеметом, если есть автомат? Ну, я автомат и назвал пулеметом. Ты выпрыгнул? Да, но не в ту сторону. Так. Ладно, сейвово сыграю. Громко скажи, когда. Мел. Ну, рыбы плывут. Давай. Так, кто-то. Спасибо за донейшн. Как вы видите, я не соврал насчет этой новой гифки. А, да, мне Жигуль завели, потому там ник кто-то. Я сказал кто-то. Спасибо. Кто-то. А, ну еще тебя назвали не очень, я сделал вид, что не заметил. О, у меня появилась идея. Какая? Неважно. Как это так? Давай чуть-чуть здесь потеряем. Я не в ту сторону вылетел изначально. Быстрее! Ну ладно, пойдет. 8 секунд.
Раз? Да. Пойдет. Кто прыгает? Ты. Хорошо. И я загадку решаю, да? Да. Блин, надо было потренироваться. Ладно. Пойдет. Ты уверен, что ты не можешь перезаходить? Да, я теперь тут точно уверен. Хорошо. Если что, сделаем загадку, когда... Ну да. Вдвоем мы очень быстро успеем ее сделать. Таймер стартовал. Слушай, ладно, похер. У меня есть подозрение, что сейчас идет все очень плохо. Почему? У босса нету второго оружия. Похер. В верхних руках нет оружия. Нет, если у него нет верхнего пушек, то он бессмертный. Ты его сейчас дамажишь, алло. Нет, когда доходит до определенной точки, когда у него прям одна хп остается, он бессмертный. Не пугай меня! А еще БТВ я не знаю, какую нужно оставить последней. Который перед входом. Ну вот, у тебя левый. А как мне выбраться? На платформу и просто вправо зажимай. А-а-а! Меня испугали. Сори. Спасибо большое, донейшн, ладир. Этого нужно будет потом Мелу часть отдать. Все-таки с ним ранее. Мел, скоро это, захожу. Теперь смотреть надо, не У тебя работает все? Все светится? Да, светится. Хорошо, ты решаешь. Ну, Блэс РНГ, типа, все. Кусь, отойди. Отошел. Крыса. Вообще-то у тебя мало хп было. Да я бы выжил. Ебать, он взял второе оружие! Это очень хорошо. Извиняюсь. Ну, я по сейвому попытаюсь его. Отстреливаем. Снаряды никогда этого не делал. Даже казуально. Я очень по сейвому постараюсь. Тебя активировалось? Вроде... Да. То есть сейчас она открылась. Открываться будет. Да. Я прыгаю за следующий. О-оу. Сбей, он на центре. Все хорошо. Не передамажь. Ну, я вот так оставлю. Это, конечно, многовато по мне, но ладно, пусть будет. Работает. Оно само сплетанет? Да. Хорошо. Ух! Так, сейчас, подожди.